Для тех, кто не хочет работать на дядю, молодежный форум «Я предприниматель» прошел в Люберцах. В инженерно-технологическом лицее старшеклассники округа встретились с бизнес-коучами, чтобы узнать, насколько терниста дорога к собственному делу. Я так понимаю, здесь собрались в данном форуме, семинаре, встреча, порассуждать о будущем, о профессии. Еще вчера играли с куклами в салон красоты, а сегодня мечтают сделать прорыв в бьюти-индустрии. Старшеклассницы Екатерина Максимова и Елизавета Щербакова объединились в бизнес-тандем, чтобы позаботиться о здоровье и красоте люберчанок. Они уверены, в наших косметичках не хватает бюджетной эко-косметики. Моя мать, она косметолог, и она очень была бы счастлива, если бы к ней обращалось меньше людей с такой проблемой, как заболевание кожи. Просто хочется сделать какую-то линию косметики, доступную для девочек, для женщин, также чтобы она не носила вред окружающей среде. Бизнес-идея есть, дело за ее реализацией. Затягивать с этим не советует предприниматель Александр Войнолович. За его плечами 6 бизнесов. Спикер форума набирался опыта на собственных ошибках, чтобы в итоге открыть прибыльный онлайн-копицентр. С люберецкими школьниками встретился, чтобы сказать: просто делай, делай просто. Можно строить теорию и изучать многие вещи очень долго, огромное количество времени, но при этом не предпринимать никаких действий. Можно учиться через действия, и нужно делать на этом акцент. Даже страничка в соцсети может стоить денег. Как монетизировать свой профиль в интернете, школьникам подсказал блогер. А команда московского бизнес-инкубатора предложила сгенерировать пару бизнес-идей. Форум рассказывает подросткам всю правду о бизнесе, и за эти знания потенциальные предприниматели говорят спасибо. Мы поняли, что этого не хватает детям. У нас было очень много интровертов, но это в связи с возрастом. И они раскрывались, и самое интересное, что девочки, которые там стеснялись себя показать, кричали в наших мастер-классах: нет, надо сделать вот так, надо сделать так. Они раскрывались, и нам хорошо помог профориентироваться. Люберцы стали 6-м городом, где побывал форум «Я предприниматель». Проект областного министерства инвестиций и инноваций оправдал ожидания, и организаторы начинают строить планы на будущий год. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.